Ready? Yeah. Let's go. Всем привет, меня зовут Сергей, с вами Андрей Керамикс, и к нам в работу поступил вот этот Mercedes S-класс, 221 кузов, и он в ужаснейшем состоянии. Предыстория. Автомобиль долгое время находился на улице, рядом с каким-то заводом либо производством, и за это время ЛКП на кузове помутнело, и его салон можно смело использовать как наждачку. Смех смехом, но нам придется это все исправлять, так что погнали. I'm